Они отправлялись с почетной миссией – поздравлять своих соотечественников в Сирии с Новым годом. Среди них военнослужащие, журналисты, доктор Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 92 человека. К несчастью, этот полет оказался для них последним. Ту-154 пропал с радаров в 5:30 утра, через 2 минуты после взлета из аэропорта Адлер. Мы потеряли свет, там, наверное, одних из таких знаковых, многих знаковых людей российской культуры, которые летели с миссии добра, с миссии просвещения. И вот так случилось, на самом деле очень тяжело об этом говорить сейчас. 26 декабря в России объявлен общенациональный день траура. Ульяновская область скорбит вместе со всеми. Отменены развлекательные мероприятия, приспущены флаги, с эфира снята реклама. Это гибель. Еще больше, наверное, сплотило все прогрессивное человечество, для которого нет двойных стандартов, которые белые называют белые, черные черным. Сегодня, наверное, тот день, когда мы еще раз должны задуматься о цели жизни. Сотни горожан, в том числе члены правительства, приходят к администрации Заволжского района, чтобы почтить память жертв катастрофы. Среди них и наш земляк Александр Серов, танцор ансамбля имени Александрова. Решением губернатора принято решение оказать материальную помощь в размере 200 тысяч рублей на первоочередные расходы, которые потребуются. На сегодняшний день семья находится в городе Москве. Вчера мы организовали вылет мамы погибшего Александра в город Москву. Она сейчас с его супругой и с родным братом находится там, ожидает вестей из Министерства обороны. Тем временем глава Минтранса Российской Федерации Максим Соколов озвучил приоритетные версии трагедии. По его словам, самолет мог разбиться по 2 причинам – из-за ошибки пилота или неисправности лайнера. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.